Друзья, всем привет! Обзор из Fix Price на Калантай 24, город Санкт-Петербург. Наконец-то к нам завезли всю новую серию. Показывала зеркала вот эти в прошлом обзоре. Не было ценника. Здесь вот они 149 рублей в сером цвете и коричневые такие потертые. Симпатично смотрятся. Рядом новые вазы в двух размерах. Разный цвет. Тут бежевый, серый, молочный цвет. Высота 18 сантиметров. Сделана из керамики. Стоимость такой вазочки 149 рублей. Рядом вазы повыше, побольше. И у них верх интересный, такой скошенный. Высота этой вазы уже 24,5 сантиметра. Сделаны они также из керамики. Аналогичные расцветки. Цена 199 рублей. Далее подсвечники, их мы видели уже в прошлом году, они 199. Рядом новые декоративные фигурки в форме птичек. Птички по 149 рублей в разных расцветках, сделано неплохо. Если вам нравится подобный декор, то забегайте, пока что в наличии все варианты. Следующая новинка — это подсвечник, называется «Цветы». Здесь вот такой декор в форме цветов, объемный рисунок идет. В высоту примерно 15 сантиметров, сделаны из полирезина. Цена 149 рублей. Следующая новинка — это вот такой подсвечник. Подсвечники в приятных расцветках, бежевые, оттенки коричневого. Не обратила внимания, что есть круглые и такие более прямоугольные формы. Сделаны из керамики, цена 149 рублей. Друзья, пишите, как вам новая коллекция, что-то уже купили, пишите, пожалуйста, отзывы. Новые свечи привезли в форме кубиков объемных, были похожие в форме шариков. Теперь вот немножко другая форма. Цены нет, но, наверное, 99 рублей они будут стоить. Декоративный ящик, шкатулка на ножках. Смотрится оригинально, передняя стенка такая с объемным рисунком. Сделана достаточно аккуратно, тяжеленькая. Передняя стенка, вот эта декоративная, в разных расцветках. По составу это МДФ. Цена 249 рублей. Новые зеркала сделаны из МДФ. Смотрите, какие оригинальные, с рисунком. Есть вот такой подвес с обратной стороны. Зеркала в разных расцветках. Цена 199 рублей. Продолжение новой коллекции. Вот такие ключницы. 4 крючка, в центре объемный рисунок, смотрится оригинально, есть подвес с обратной стороны. По составу это МДФ и сталь. Ключницы есть в разных расцветках, цена 199 рублей. Дальше вот такая новинка, это подставка, ящичек для мелочей, крючки есть, можно ключики повесить, газеты, письма, какие-то бумаги, наверное, из почтового ящика достали, сложили в прихожей. Очень тяжеленько сделано, хорошо, качественно. По составу МДФ и сталь, разные расцветки, цена 299 рублей. Следующая новинка в новой коллекции, вот такие часы. Внизу написано «Home», «Дом», широкая подставка. Цвет есть черный, бежевый, серый, белый. Сделаны из полипропилена, стекла, бумаги и стали. Цены нет, но, наверное, рублей 250-300 будут стоить. Пока что ценники у нас не везде. Следующие яркие, интересные новинки обязательно понравятся вашим деткам. Это копилки. Смотрите, какие они оригинальные. Сделаны из МДФ, полистирола, бумаги. Есть как для мальчиков, так и для девочек. С кошечками, машинками. А вот стоимости, к сожалению, пока что нет. Переходим с вами в отдел с посудой. Тут новые корзинки для фруктов. Сделаны из нержавеющей стали. Очень похоже на салфетницы. Думаю, что и они из одной серии. Цена 149 рублей. Появились новые силиконовые формы для запекания. Плотный достаточно силикон. Вот такая форма для кексов, для тортиков. Диаметр 18,5. Это плотный силикон. В наличии 3 расцветки. Ценника нет. Надеюсь, не дороже 99 рублей. Новые контейнеры. Посмотрите, какие симпатичные. Сделаны из пластмасса. Называется контейнер для замораживания и хранения продуктов. Объем 2 литра 300. Цена 99 рублей.
Так, а вот здесь внизу спряталась следующая новинка. Это раздвижная форма для выпечки. Овальная форма у нее такая интересная. Тут можно собирать торты, делать эффектные слоеные салаты. Ширина 10 сантиметров, а длина от 28 до 42 сантиметров. Сделана из нержавеющей стали. Цена 199 рублей. Снова появились в продаже небольшие формы для выпечки. Вот такие красивые. В упаковке тут 10 штук. Цена 59 рублей. Появились в продаже столовые приборы из нержавеющей стали с рисунком. Цена ложек и вилок 29,50. Симпатичные тарелочки из опалового стекла появились такие в форме цветочков. Знаете, как раз для салатика, для тортика. Диаметр 18,5, цена 49,50. Похожее на тарелочку, но уже большое вот такое блюдо овальной формы. Тоже из опалового стекла, размер 34,5 на 28,5. Цены нет, ну, наверное, рублей 200-250 будет стоить. Новые бульонницы, разноцветные, с ручками, внутри черные. Объем 600 мл, сделаны из фаянса. Цена 79 рублей. Стеклянные стаканы от Паша Бахче с рисунком. Такие пузатенькие немного, к низу сужаются. Симпатичные. Объем 320 мл. Есть высокие и есть низкие. Низкие стаканы объемом 230 мл. Цена стаканов 59 рублей. Следующая интересная новинка в посуде. Вот такое блюдо в форме ракушки. В это отделение можно соус налить и суши, например, выложить или что-то еще. Размер 22,5. Сделана тарелка из фаянса. Цена 149 рублей. Заварочный чайник из боросиликатного стекла. Объем 740 мл. Смотрится симпатично. К низу расширяется, дно квадратное. Посмотрим всю серию. На этикетке половина у нас уже представлена. Ждем еще подставку для приборов. Баночки для специй должны приехать. Ну а такой чайник стоит 249 рублей. Пробки-диспенсеры для бутылки. В упаковке 2 штуки. Отлично подойдут для приготовления коктейлей и других напитков. Также подойдут для масла, для уксуса. Цены нет, наверное, 59 или 79. Следующая новинка. Друзья, посмотрите, что это. Я сначала не поняла. Оказывается, это приспособление для вырезания кружочков из теста. Например, для вареников, пельменей. Ролик изготовлен из нержавеющей стали. Цена пока что не указана. Пишите, кто пользовался такой штукой. Очень интересно. Привезли новые корзинки для мелочей в форме зайчиков, вот таких с ушками, размер 35 на 42. По составу это полиэстер и нержавеющая сталь, разные расцветки, цена 149 рублей. Появились в продаже мыльницы прямоугольной формы, посмотрите, тут такие зубчики, будет стекать жидкость, думаю, мыльницы удобные. Сделаны мыльницы из силикона, расцветки разные. Розовые, зеленые и голубые. Цены нет, наверное, 59 рублей. Обычно недорогие тут мыльницы. Вот такая интересная штучка появилась. Косметический контейнер. Бутылочка с распылителем. И непростая емкость. Тут мордочка нарисована, ушки. Объем 55 мл. Можно брать с собой в поездке какую-то косметику. Цена 77 рублей. Держатель для пропуска. Удобно для школьников. Смотрите, тут такая рулетка есть с клипсой. Пропуски удобные, сделаны из пластмассы. Мы подобными пользуемся, дети мои. Пользуются удобно. Массажные коврики тут есть в продаже. Показывала подробно в прошлом обзоре. 35 на 60 стоит 299 рублей. Появились держатели для телефонов, удобные, клеится держатель с обратной стороны к чехлу или прямо к телефону, можно как подставка использовать, есть в темном цвете, посветлее вот такие серенькие, цена 55 рублей. На этом все новинки, спасибо, друзья, вам за просмотр, за внимание, всем всего отличного и пока-пока.